Самое большое – это то, что я вот со всеми с вами познакомилась, и с моими одногруппниками, и с педагогами. Многих имена я видела в книгах, в статьях, узнала лично. Систематизировались, пополнились такие кусочки знаний, если можно так выразиться, которые у меня были. То есть в рамках помощи семье у меня все это в такую систему структурировалось. Спасибо вам и всем, каждому, отдельно, всем вместе, за все, что мы тут прожили, получили. Спасибо.